Я надеюсь, что пока я тут все переподключал, ничего не сломалось. Здравствуйте! Здравствуйте и добро пожаловать! А нам надо еще кое-что сделать, а сделать вот так. Ведь хоть где-то я могу запихнуть свою панель космического корабля. Ой. Как сразу все как стало уютно. Только иконок не хватает. Здравствуйте, сборный, здравствуйте, Скарлетт. А в чем именно он должен быть, прикол с Таней? Я вот не знаю. Я не понимаю вопрос. Так. Мне надо... Ну, кстати, прикольно, фон оказывается так сделан. Мне надо порадоваться, что сегодня ничего не теряется. Но я уже решил, что я делаю это. Надо, кстати, еще кое-что сделать. Streamlabs. Виджеты. Проснись, ты стримишь. Крайне малоэффективно. Как оно плохо работает-то, а? Чат. Always show messages. Сохранить настройки. Я надеюсь, что все сейчас будет работать как надо, красиво, элегантно, прекрасно. Мне надо взять, значит, звук. И открыть игру. Оно гудить. Но вы этого еще не видите. Вот. Оно гудить. И гудить, кстати, громко. И вообще... Хотя нет, стойте. Нет, все замечательно. Ты уж тебя орать, что все настройки, которые я делал, слетели, пока я перезагружал компьютер, чтобы все работало. Либо как надо, либо как обычно. Я не понимаю. О чем вы? А, я знаю, в чем случилось. Фильтры. Лимитер. Вот так вот должно быть. Может быть, даже чуть-чуть погромче. Вот так вот должно быть. Да. Теперь похоже на правду. Но, мне надо как-то рестартнуть. Рестартнуть это. Ресет. О, ресет это оно. Ай, красота какая. Ай, Ой. Как приятно будет сегодня играть в своем собственном стриме. Здравствуйте, Днарим. А, вот к чему я не был готов, к тому, что чатик-то теперь тоже бирюзовый. Но я думаю, что все будет нормально. В принципе, сообщение там очень хорошо видно. Я повозюкался, я поискал. Оказывается, чуваки, с которыми я переводил Акибу Стрип, записали озвучку. Мое почтение. Единственное, что я должен спросить, не надо ли сделать шум более прозрачным. Потому что желание порождает безумие, безумие ведет к катастрофе. Люди ничему не учатся. И Front Mission 3.
Закрываю. Быстрей. Есть. Что? Нарушается план? GDF начали действовать, докладывает информбюро. Хорошо, довольно. Не будет неожиданно, можно будет пересмотреть план. Положимся на них, на наших детей. О нет, статистов не перевели. Окинава, несколько месяцев спустя. Оушен-Сити на Окинаве. Крупнейший рукотворный остров, созданный для поддержания международной торговли. Жизнь становится намного легче. Город протяженностью 5,9 километров, что в два раза больше гавани Иокогамы, обеспечивает международную торговлю. Но, по-моему, этот диалог уже не был на русском. И повседневную жизнь для всех его обитателей. По крайней мере, я этого не помню. Также город может похвастаться бережным отношением к окружающей среде. Сточные воды проходят очистку, прежде чем попасть в море. Надеемся, Оушен-Сити на Окинаве приведет мир в будущее. Так я помню, что в начальной катсцене было какое-то странное ощущение, как будто бы, а, русские... Так, Скарлетт, я повторю вопрос. А что не так-то с Таней? Ну, не знаю пока.
Пока сложно ответить на вопрос, будет ли Quake. Я, в принципе, там тоже все настроил для него, но пока не уверен насчет этого. Здравствуйте, Basement Tom. Это что, нормальный перевод? Это должен быть нормальный перевод. Почему именно Таня? Ну, как-то так вышло. Мне понравилось ее уже оценки. Таня как бы Лоли Гитлер. Это уже как бы знать надо. А, к тому же у меня получилось найти ее модель, которой практически не было в интернете до появления меня. То, что она сейчас даже в модах на Доту есть, это уже, блядь, следствие того, что она появилась в общем доступе. А так я ее у какого-то индонезийца или у тайландца нашел, потому что японец, который делал модель Тани, забил хер и удалил ее отовсюду. И я еле как ее нашел. И очень, кстати, мини-тиф мне ее портировал в СФМ. И таким вот образом, как бы, всеобщее достояние. Лоли Гитлер, сбежавшая в Америку. Да? Эта часть канона меня дико смущает. Но делать нечего. Автор сделал, что сделал. Проверка системы завершена. Загружай данные пилота в систему. Принято. Загружаю данные пилота. На майку была или ММД? ММД, но она была не законченная уже тогда. И мы не то чтобы ее закончили, мы просто ее незаконченную портировали в СФМ. Я вот надеюсь, что я в своих изучениях блендера доберусь до того, чтобы сделать ей прям лицо. Но пока что я в себя не верю от слова совсем. Но я хочу верить, что в этом году уже пойдут арты из блендера. И также хочу верить, что в этом месяце будет кое-что на канале со штейновым качественным контентом. Меня, конечно, все еще дико мучает ощущение, что ничего хорошего не получится. Но надо хотя бы попытаться. Ну что ж, время коллективно давать ему имя. Я хочу узнать, влезет ли это. Где? Видите строчную Г? А вот он. Кое-что, что я торчу уже полгода. С Форонером я там кинул оповещалку, что все это дело я буду переносить, к сожалению. Но никак иначе у меня не получается. Гжегош Такемура. Слушай, на самом деле уже неплохо, но мне интересно, вместится ли полностью. Я обижен. У меня забрали Джекаша Бжинжиркикевича. Придется давать другое имя.
каком году нам ждать порно? Или если ты правильно задать вопрос, с какой суммы нам ждать порно? Блин, я не так не хочу с порной, буду честен. Нет, Скарлетт, вообще Нарин заказал игру, ему, наверное, лучше всего опять предлагать имена. А там опять будет главный герой, а не Шелди, я подозреваю. И рядовой фамилия Куча. Имя сеньор, фамилия Хилтер. Самое сложное имя, которое будет только в диалогах отображаться и ни на что не повлияет, но оно каждый раз, когда будет появляться, будет делать хихишку. Нам просто необходимо его сделать запоминающимся, но реалистичным. Черт с ним, ладно, имя Делюк. Фамилия. Ламперуш. Ну. Не знаю. Лелуш все-таки британцем было, тут главный герой не очень. Не то чтобы Делюк было исконно японское имя. Здравствуйте, Вальдемар. Здравствуйте, Барон. Ой, я, кстати, не сказал, здравствуйте, Плейбот. Простите, я, блядь, невоспитанный. Отвечаю на вопросы, а привет не говорю. Так. Но я не вижу вариантов фамилии. Набунагас. Через букву А. Договорились. Получается прям как Джозеф Ода, если честно. Ой. Можно, кстати, еще восклицательный знак поставить. Но обойдемся. Подождите. Что ж никто не сказал, что там Делюй? Саботаж был близок. Делюй Набунага. Я сказал, где? А Делюк неправильно писал, действительно. Прошляпил. Все, Делюк Набунага. Подтвердить. Загрузка выполнена. Проводим последнюю проверку Сюня. Это фронт Mission 3. Целую панель звездолета нарисовал, а название игры на ней не написал. Мы готовы, Делюк, запускай Вандер.
Выполнено. Запуск подтвержден. По-моему, текстуры вполне себе. Сперва проверим ходовую. Двигайся в обозначенную зону. Понял. Вот твое место назначения. Вас понял. Область перемещения отмечена синим цветом. Перед ним курсор заданной клетки. Какие РТС? Не РТС. По окончанию движения выберите «Совершить». СРПГ. Подожди, какой смысл СРПГ? СРПГ это разве не... западный жанр? Это обзор затруднен для вращения используя L1 и R1. Цель достигнута. Начинаем проверку оружия. Левая рука твоего ванзера оснащена дробовиком. Ты также можешь сраться в ближнем бою кастетом в правой руке. Я, кстати, могу подрубить прокалящие текстуры, если хотите. Если вам эстетичнее с ними. Потому что это один параметр меняет. Мне нужны данные как ближнего, так и дальнего боя. При атаке используй оба вида оружия. Боевой режим автопилота отключен, ты в безопасности. Я, кстати, игру в 4К сейчас рендерю, чтобы шрифт был читабельным. Я могу показать вам, как она выглядит без этого. Сейчас. Уж меня позабавило, насколько квалить. Насколько пришлось запариться ради квалити. Вот так выглядит оригинальное разрешение. И меня все устраивает, пока я не пытаюсь читать субтитры. Вот субтитры как-то очень нечитабельны. Я подозреваю, что если добавить... Сейчас, где они? Скайлайны? Не, нихрена с ними ничего не изменилось на самом деле. А, потому что я не нажал Enable Post-Processing. Ну, в принципе, да, со скайлайнами чуть получше, но я скайлайны на стриме и так нарисовал. Мне есть подозрение, как будто бы реально именно такое разрешение и было на самом деле. Но... X5. И все такое четенькое сразу. Единственная проблема, что это 5120 на 2560. Кулак ужаса. Это не такое уж смертельное. Ну и как бы еще я могу сделать вот так. Сейчас. Так, вот здесь. Вроде как теперь должно начать косоебить стену. Но что-то этого не видно, поэтому я включу как бы.
Bilinear No Edge Bleeding. Ну да, есть такое. Вильдемар. Враг терпит. Я помню, что в принципе главный герой у меня оставался примерно в таком же билде, в каком его дают в начале. С дробовиком и кулаком. Не, там типа на автопилоте робот. Он внутри пустой. Нам для теста всего лишь надо, чтобы ты уничтожил дамми, который стоит кучу денег. Какой Финди? Какой Синдзи, блядь? Хорошо, наверное, на этом и... Постойте-ка. Я хочу, чтобы вы установили Ванзер в боевой режим и продолжили тестирование. Боевой режим? У меня приказ получить данные с реального боя. Если вам нужны такие данные, получите их после доставки. Это наш пилот-испытатель. Понимаю, но вопрос закупки... Этой модели зависит от этих данных. Но ведь... Я сделаю это. Делюк, ты же знаешь, во что ввязываешься. Да, все будет нормально. Этот Ванзер лучше любой модели. Соя! Я ценю это. Блять. Надо подставить JC, который что-то говорит про сойфуд. Ну, раз вы зашли так далеко, то и ведите дело до конца. Хорошо, Делюк, будь осторожен. А я смогу читать имя Делюк, не улыбаясь каждый раз? Я надеюсь, что смогу. Потому что уже начинает казаться, что надо было назвать персонажа Билли Хэрингтон. Я не понимаю второй вопрос. Скрины первого, что ты скинул, кажутся слишком мультяшными, но есть эстетичные места. Меня смущает модели в руках. Он старый, но вооружен. Ты можешь отказаться в любой момент. Нет, по-моему, тут только твой персонаж имя получает. Иначе можно было бы в честь чата всех называть. Полученные повреждения снимают ОЗ-ные других частей. Если ОЗ достигнет нуля, то часть будет уничтожена и станет непригодной. Я, кстати, не помню, по-моему, если мне руки-ноги сломают, то это, в принципе, проблема только до конца боя в фронт-мишене. Это не мех Warrior, где если тебе сломали руку, то ты можешь впадать в истерику, ведь у тебя как бы деньги не резиновые. А они, сука, уже кончились. Финансово невыгодно получать урон. Сейчас по-мужлюдски подеремся. На тебе, ебало. Слушай, я, кажется, видел этот мод. По-моему, воевода по нему делал. Делал прохождение за гномов.
А я, кажется, даже вспомнил, почему у меня персонаж-то не менял оружие. Потому что у него был опыт на дробовике и на кастете, а значит, уже поздно. Уже поздно откладывать. И переучиваться. АЕ платина. Хорошая работа, Делюк. Тестирование окончено. На этом все. Вас понял. Я одно прохождение за гномов видел, Баррел. Я не могу тебе ответить на этот вопрос. Я не играл. И тебе больше скажу, у меня Европа не куплена. Какие еще ачивки для PS1 игры? Я же много раз объяснял, что вот есть DuckStation. Сейчас я даже так сделаю. Типа вот есть DuckStation. Вот он. Вот Achievement Settings. Тебе нужен аккаунт на Retro Achievements. Вот он. Ты на нем логинишься и можешь получать ачивки из игр. Я, кстати, не заметил, а что там было это? Ачивка с... Ладно, это не важно. Это не важно. А, вопрос был, ачивки в эмуле на игру есть. По-моему, он не подцепил, но это может быть из-за того, что игра модифицирована. Сейчас на сайте скажу. А. Ачивки для фронт-мишенов есть для первого со SNES, с четвертого на PlayStation 2. Gun Hazard бонус. Все, это все фронт-мишены, на которых есть ачивки. На фронт-мишен 3 никто не запарился, не сделал ачивок. Потом чай попью. Это отличный Ванзер. Превосходная работа, я должен признать. Да, пока это лучшее, что мы создали. Эй, доктор Койке, база в Йосуке требует прислать их немедленно. Вы можете чем-то помочь? Я вызвал грузовой вертолет. Мы доставим эти два новых Ванзера прямо сейчас. Йо! Эй, Делюк, впечатляющий как всегда. Да, ты быстро привык к новой модели. Спасибо, ваши заслуги не меньше. Ведь у вас было ограничено время. Это наш шанс поработать на силы обороны Японии. Вообще да, Баррел уже раскрыл аббревиатуру, но... Слушайте, я надеюсь, что это была инициатива США. Они как бы сидели перед Хирохитой такие, значит, вот это демократия там, мирная нация, обезоруженная, там, аниме. А еще ваши силы самообороны будут называться Соя. Вот, это наши условия, или мы разбомбим еще Киото и Токио. Получить часть национального оборонительного бюджета было бы здорово. Этот Ванзер штурмового типа не слишком ли агрессивно для армии обороны? А может они собираются начать войну? Рёга? Этого никогда не случится. Япония никогда не начнет войну. По крайней мере открыто. Раньше мы нередко куда-либо отправляли войска. Со временем
Алардеша в поисках ОКС вспыхивают гражданские войны. Типа как несколько лет назад, когда послали отряды ванзеров. Тогда у нас еще не было приличных ванзеров, и их уничтожили. Мы извлекли из этого урок, но политика наших вооруженных сил остается оборонительной. Да, не похоже, чтобы Японии угрожала война. Эй, Рёга, ты что тут делаешь? Я думал, ты работаешь в Йокоцуке. Что значит, что ты тут делаешь? Я здесь, чтобы доставить строительные ванзеры. В Оушен-Сити идет важный строительный проект. Рёга доставляет ванзеры для него. Это мог сделать кто угодно. Почему ты? Босс доверяет мне, чувак. Ты просил и умолял его, верно? Пароли? РФ Деймос, здравствуйте. Я точно так же, как и Барл, не понимаю, при чем тут пароли. Откуда вы знаете? Почему бы тебе не относиться к работе серьезно? Я тебя не слушаю. Нелюк, ты будешь сопровождать меня на базу в Йокосуке для доставки ванзеров. После полуночи груз будет готов к отправке. До этого советую тебе отдохнуть. Опять работаешь на износ, Делюк? Блять, ну это имя было стоило того. Ну ты и трудоголик. У тебя есть своя работа, Рёга. Забирай ванзеры. Ладно, ладно. Хотя я думаю, я бы точно так же испытывал испанский стыд от того, насколько это имя неуместно, если бы персонажа назвали Иван. Слушай, я когда через виндусовский RAR открываю архивы на компах, которые в винду переустанавливаю, ни разу не видел паролей, там где их нет. От сайтов в игре... А! Ну, это вы, конечно, запросили, я... почти впервые играю в игру. И мои контакты с группой переводчиков уже давно прохерились. Я боюсь, главный человек там не с радостью обо мне вспомнит. Эй, пойдем со мной. С какой стати? Потому что мы друзья, не разлей вода. Идем на стройплощадку жилой зоны. Ну, сам перевод точно лучше того, с которым я тестил игру в прошлый раз. 2 месяца тестил, или сколько я там пытался ее пройти. Хорошо, идем. Ты и правда настоящий друг. Ну, они вроде в паблике своем отвечают, так что могут скинуть тебе лист паролей. Они же их сами переводили, получается, раз символы поменяли. Я не думаю, что они тебе скажут «Угадывай!». Блин, тут можно было отвечать на письма. Вот это я, получается, как в настоящей жизни себя вел, когда в первый раз играл. Там человеку почту присылают, а он...
Нифига себе. В принципе, если смотреть на клавиатуру, пока вписываешь, то вроде как не должно быть больших проблем. Ах, получается, девочка, похожая на Аску, опять не будет в моем отряде, потому что я опять пошел со своим лучшим другом. Ну и получается, ни о чем не жалею. А вот мы и на месте. О, большущий проект. А почему здесь так много солдат Цоя? Они охраняют объект, болван. Его это военные охраняют проект реконструкции города. А черт его знает, может только Цоя годятся для такой работы. Здравствуйте, Лайт. Мы привезли ванзеры из Кирисима Индастрис. Эй, мы получаем их неофициально. Оставьте их здесь. Да, сэр, пожалуйста, распишитесь вот тут. Здесь опасно, пиздуй домой. Большое спасибо. Пошли, Делюк. Что-то еще? А, нет, ничего, сэр. Да что с тобой, пошли отсюда. Отряд Цой, подразделение Икарус. Нет, тут отряд Цой. Идите домой, если уже все сделали. О чем задумался, а? Да ни о чем. Что, опять думаешь о полиции? Ай, да заткнись уже! Она хоть и не родная тебе, но чертовски симпатичная. Чел, будь у меня такая сестра. Даже и не думай. Ладно, пошли уже. Мы на Окинаве, чувак, надо повеселиться. Вы вернулись. О, Дилюк, тоже был с тобой? Да. Да, вы, парни, хорошо ладите. Нам пора вылетать. Рёга, ты тоже отправишься с нами в Якосуку. Что-то вы шутите, верно? Я только прибыл. Даже сейчас, в непонятно каком году. Знаешь, такой с длинной бородой, как главный герой Сику. Но все еще никого не убивает. Извини, но у нас не хватает людей. Кроме того, ты же завершил доставку. Никто не сказал мне, что я могу провести здесь всего один день. Это твоя работа, хватит ныть. Дилюк, разве твой отец работает на... Не твой отец работает на базе в Якосуке, он вроде офицер Цоя. Что-то не так? Ну все, я предполагаю, что мы раскрыли предысторию. Батя главного героя, как бы фанат Genshin Impact. И он, так сказать, подложил свинью главному герою. Че, думаешь, он новых детишек в приют подбирать не будет? Что-то не так? Забыл предупредить вас, доктора Койки. Вам лучше не заводить разговор о его отце. Ясно. Извини, что спросил. Да, ничего страшного. Это же наша работа, верно, Дилюк? Мне нечего сказать. Ванзеры скоро погрузят. Встретимся на вертолетной площадке, когда вы будете готовы. Так пока все идет, как будто бы... Все так и должно быть.
Но я точно помню, что в какой-то момент я стану отщепенцем. И все из-за того, что я выбрал пойти на стройку с лучшим другом. Мне всегда нравились такие выборы в начале игры, типа уровня выпить бутылку колы или не пить. А потом из-за нее-то, оказывается, это была главная развилка в игре, которая делила ее на две равнозначных части. И оказывается, что во время этого выбора должен был играть саундтрек Boss Fight и Dark Souls. Если это визуальная новелла, то почему вначале нет варианта, где я кончаю с собой? А предъявите пропуск. Мы из Кирисима Индустрис доставили на вам новые ванзеры. Кирисима, да, мы ждали вас. Было бы смешнее, если бы он сказал, а меня не ебет, кто вы и откуда. Вы дальше не пройдете, пока не покажете бумаги. Я буду думать, что именно в этом наш Origin Light. С этой секунды это канон. Похоже, на этом наша работа закончена. Можно сваливать. Да ты что? Дерюк, Рёга, выгрузите ванзеры. Еще работа? Заткнись ты уже и сделай это. Слушайте, если бы я остался с этими чуваками, меня бы турнули на переводе фронт-мишена, потому что я попытался запихнуть какие-нибудь отсылки. Вместо еще работы я бы точно вписал «Опять работать?». Взрыв. На базе произошел взрыв. Всему персоналу доложить о состоянии. Есть вероятность нападения. Всему персоналу эвакуироваться. Что случилось? Похоже на аварию. И они вдвоем так пафосно стали, как будто на обложку. Но PlayStation 1, правда, не вывозит их пафосную стойку. Но я боюсь, что там нет специального, знаешь, куска, где они говорят: «Ох ты! Ох ты! Сработала оборонительная система, какого черта? У нас тут гражданские, отключите их!» «Не выходит! Они не отвечают на команды!» «Скажите вертолетам взлетать, здесь слишком опасно!» «Вы двое! Убирайтесь немедленно!» «Ууу, чел!» «Блин, я не досчитал из-за того, что там было чел!» О, нет, Мэйдэй, Мэйдэй, нас подбили на взлете. Чувак, берегись, та пушка свихнулась после взрыва. Мы должны остановить ее. Ну нафиг, чел, можешь... Хочешь, чтобы мы сразились с этой штукой? Это лучше, чем просто ждать, пока она убьет нас. Вперед. Ну, блин, так точно, товарищ капитан. Знаете, по-моему, в этой игре можно украсть танк. То есть при каких-то очень-очень сложных обстоятельствах его можно, типа, угнать. У меня назрел вопрос, можно ли неправильно пройти фронт-мишн? И насколько это был бы тяжелый экспириенс? Вот, на курки менять персонажа? Хорошо. И он стреляет мимо. Ну, в принципе, нормально. АЕ опыт.
brother, I'm hit. В смысле, у здешнего ГГ все-таки есть еще сестра, которую он, очевидно, любит, так что все хорошо. Basement Doll. Еще есть, как бы, шансы на спасение в этой истории. В смысле шансы умереть больше? Ты что, не понимаешь, как это работает? Ты вообще делал замеры, какие космодесантники умирают чаще? Именно те, которые предпочитают дальний бой. Тут наоборот, все логично, это зрящая хуйня. Ну, слушайте, обидно, что я не могу контратаковать даже так. Я думал, дистанцию дробовика не хватало. Просто нельзя. А дамажит, кстати, больно. А он может, кстати. Не понимаю, в чем принцип. Может быть, тот не умеет контратаковать. Ну, в принципе, все устраивает. Как раз на следующем ходу сможет сломать. А, очки нужны даже для контратаки. Я достаточно выжидал, чтобы сейчас как в первый раз поиграть. Единственное, что меня смущает, что как бы я абсолютно осознанно сделал тот же самый сюжетный выбор, потому что я считаю, что любой бы пошел со своим лучшим другом на ту стройку. Но этот выбор закрывает, получается, напарницу. Делает тебя каким-то повстанцем. Да, нормально. Эй, вы! Оружие на землю! Постойте! Мы не сделали ничего плохого. Это гражданские пилоты-испытатели. Мы просили их нейтрализовать пушки. Остальное предоставьте нам. Гражданским здесь не место. Что случилось? Взрыв на базе? Там что-то произошло. Гражданским лицам, вроде вас, нечего совать свой нос в чужие дела. Таким вы себя возомнили? На базе все еще опасно. Покиньте ванзеры и съебите нахуй. Да чтоб тебя, мы чуть не погибли. Будете ошиваться тут и дальше. Умрете. Это угроза? Мы вас поняли. Уходим сейчас же. Уймись, Делюк. Компания позаботится об остальном. Не, так не пойдет. Они нас даже не поблагодарили. Забей, чел, они не шутят. Черт! Так почему вы говорите, вы начали стрелять в вооруженные силы собственной страны? Они не сказали спасибо. Я ненавижу, когда мне не говорят спасибо. Я, кстати, абсолютно правильно помню, что эту игру переводили те же люди, что Акибус Трип. Даже грустно, что я в этой истории не затесался. Я бы тут тоже текстурки попереводил. Обидно. Обидно. В общем, я буду продолжать пытаться читать эту новеллу с некоторой долей... Как-то правильно. Самодеятельность. Я не могу более правильное слово вспомнить. Оно было в моей голове, оно было элегантно и прекрасно, но я его потерял.
Босс был в ярости. Это не наша вина, почему он злится-то на нас? Конечно, мы взяли новые ванзеры и сразу пошли творить дикий беспредел. Иначе мы бы погибли. Эй, мне тоже досталось? Военные тоже ошибаются, не переживайте особо. Идите домой и отдохните. Кончай дуться, пошли домой. Ух, ща отдохну. Включает мехвариор. Как дела? Тепло ли на Окинаве? Хотел бы я там побывать. Меня перевели в лабораторию на базе Якосуки. Ты же бываешь там, да? Может, сможем увидеться. Удачи в работе. По скрипту. Не забудь про сувенир для меня. Восклицательный знак. В чем дело, Делюк? Алиса. Твоя сестра? Она же вроде в какой-то университетской лаборатории. Ее с сегодняшнего дня перевели на базу в Якосуке. Алиса была на базе? Она могла пострадать при аварии. Ты торопишься с выводами. База огромная. Пошли, Рёга, скорее. Куда? Вернемся на базу и найдем Алису. Эй, но ведь... Заткнись и следуй за мной. Что за спешка? Мы что, отправляемся на базу Якосуки? Понятно. Ничего. Идти, уйти. Постанется в любом случае. Но я не видел второго прохождения. Я знаю, что мне Днарим объяснял в прошлый раз, что типа, если бы ты не пошел на стройку, то вот эта девочка, которую ты Аской называешь, была бы твоей напарницей. Но ты пошел на стройку. Мне типа действительно забавляет, в каком месте находится основная развилка. Там, где ты еще не понимаешь, что развилки в игре в принципе есть. Прошу прощения, у меня близкий человек на базе, могу ли я войти? Посторонним вход воспрещен. Моя сестра может быть связана с происшествием. Пожалуйста, вы должны пропустить меня. Сказано тебе нет. Тогда проверьте, на базе ли моя сестра. Нам запрещено разглашать какую-либо информацию о базе, а теперь уйди отсюда. Проклятье! Забей, Делюк. Но! Ты здесь ничего не добьешься. Вернемся назад, вот и все. Слушайте, а охлад вообще в видюхе включен? А то я тут это, блядь, 4К рендер. Не включен, но это ничего страшного. Теперь включен. О, нифига, деловой район. Здесь есть одна сбегаловка, куда ходят служащие Соя. Ты слишком переживаешь из-за Алисы. Расслабься хоть ненадолго. Алиса чужая в этой стране. Ее родители погибли при несчастном случае. Она тогда часто плакала. Это все в прошлом. Сейчас она счастлива. Да что ты знаешь об Алисе? Я должен защищать ее. Ладно, ладно. Раз тебе так велит сердце. О-о-о-о-о. Происшествие на базе. О чем, черт возьми, ты говоришь? Ребята, вы знаете веб-сайт Соя? Это отличное место для поклонников Соя, вроде меня. Я скажу тебе адрес, вот, взгляни. Тебе понравится. Эй, я уже сказал тебе адрес. Все последние новости Соя ты можешь узнать на их веб-сайте. Ладно, отправляемся к самому ценному источнику информации.
А она точно так называлась в предыдущей версии перевода? Я вот помню, что я смеялся с того, что у нее было в названии. Худший момент, чтобы не смотреть в игру и гуглить, но... Mission 3. Хукер. Ведь просто хукер выдает скриншоты из Fallout New Vegas. Characters. Вижу ее. А нет, это не она. Я помню, что в прошлый раз мне тоже смешно было, когда я увидел этот портрет и имя этого персонажа, но теперь это еще и как-то более неправильно выглядит. Но я, похоже, не найду. Да, никаким образом я это не найду. Это слишком сложно. На превьюшках ее не видно. Ладно, черт с ним. Если угостишь меня обедом, мы бы могли приятно провести времечко. Фига себе, пьяницы в Японии выглядят. Слышали о взрыве в Якосуке? Секретный агент из другой страны устроил его? Почему? Многие хотели бы это знать. Но я ничего больше об этом не скажу, это секрет. Никто не знает, что там случилось. Я думаю, это секретная информация. Многие солдаты Соя пьют здесь. Отличное место, чтобы разжиться слухами. Что? Нет денег? Проваливай! Офицеры Соя всегда дают мне деньги. Они все равно врут. Это эти военные, они такие. Никто правды нам не скажет. Сайт для поклонников Соя вообще-то Reddit. Армия Японии забрала себе Reddit. Ты ничего не понимаешь. А, ну мне сказали, что я могу отвечать, но... Нет. Нет, если я так могу отвечать, то у меня внезапно, как в реальной жизни, пропало любое желание писать людям по электронной почте. Удивительно. Удивительно быстро улетучилось. Соя. Ух ты. А взрыв на базе Якосука было подтверждено подтверждение в отношении взрыва. Взрыв произошел на складе 21, где хранилось топливо для чрезвычайных ситуаций. Пока есть вероятность того, что это был теракт. Все же, возможно, огонь начал распространяться от щита около входа. Если инцидент окажется терактом, то это гнусное преступление по уничтожению топлива, хранящегося для граждан. Соя решительна в своем стремлении защитить граждан, не поддаваясь на провокации террористов.
смысле неверный пароль? Отвратительно. Отвратительно. Традиции были уничтожены. Японцы не умеют делать игры с этой секунды. Первый пароль в игре не 0451. Что-то нету тут солдат Рёга, ты меня наебал. Мы можем поговорить? Угу. Кто вы такая? Делюк, ну что ты грубишь, такая прекрасная леди? Эй, куколка, как насчет свидания? Вы занимаетесь расследованием происшествия? Я бы лучше занялся чем-нибудь вместе с тобой. Рёга, защеми ебало. Вам что-то известно? Возможно, мы можем заключить сделку. Я слушаю. Мне нужна ваша помощь. Я слушаю. Меня зовут Эмир Кламский. Слушайте, ее точно звали Эмир в прошлый раз? По-моему, Эмир — это мужское имя. Это во-первых. А во-вторых, по-моему... Я пошутил, что Эмир — это имя какого-нибудь мусульманского полководца времен. Времен крестовых походов. Я специалист по радиации из СШН. СШН? Постой-ка, тут ОКС Япония. Что здесь делают ученые из враждебной страны? Эй, Делюк, деловые люди приезжают и уезжают. Ученые, те же бизнесмены. Какими судьбами вы в Японии? И я хотела бы узнать побольше о происшествии. Мне нужна ваша помощь в расследовании. И чего же ты хочешь от нас? Мы доставим Ванзера к месту происшествия. Кто ж пустит ученого из США на базу Соя? Ты хочешь сказать, что нам придется проникнуть туда тайно, не так ли? Да. Нам нужны Ванзеры. Что скажешь? Эй, Делюк, ты пойдешь с ней на базу, верно? Не вижу другого способа найти Алису. А как насчет тебя, Рёга? Да, у меня язык не повернется отказать такой красотке. Ну решили, ребята. По рукам, Эмир. Я Делюк Набунага. Это Рёга Кусама. Делюк и Рёга, можете звать меня Эмма. А, вот почему я помнил, что ее звали не так. Когда пойдем на дело, Эмма? Прямо сейчас, следуйте за мной. Прям за баром, блядь, три боевых робота стояли, не привлекали внимания. Игнорируйте это. Вообще, мне очень нравится, насколько легко главные герои пошли на госизмену. Предъявите пропуск. Мы из Хиросима. Эй, ты там, мы из Хиросима Индастрис. В связи с аварией гражданским вход временно запрещен. Ага, вот мы и доставили Ванзеры для наведения порядка. Я ничего об этом не слышал. Как странно, нам приказано доставить их. Ну ладно, раз нам нельзя войти, мы просто оставим их тут. Вот отспешитесь, пожалуйста. Стой, они будут мешать, если мы выбросим их тут. Ну ты же не даешь нам въехать. Что мне еще остается делать? Хорошо, хорошо, приезжайте. Ты уверен, чел? У меня нет выбора. Просто ставьте их и убирайтесь. Конечно, спасибо большое. По-моему, шпионат в пользу враждебной страны — это госизмена. Охуенно. Игра сказала: вы проехали по дороге. Заебись. Сбавь обороты.
Хорошо, мы внутри. А ты молодец, Серега. Чувак, это не я молодец, просто ты лох. Извини. Хватит болтать, выходите и запускайте ванзеры. Вообще-то надо было вырезать на скриншот. Это же год с изменой родителей. Да, я прям вижу, как судья в военном трибунале такой. Полностью оправдан. Эти ванзеры вооружены. Эмма, что все это значит? Нам же нужна только информация. Это только для вида. Используй это оружие, нет нужды. Мы спустимся вниз на лифте, скорее. Вниз? Когда тебя подбивают, блять, иностранные агенты сначала залезть на секретный объект, а потом говорят, что эти пушки тут просто так. В подземный сельский комплекс, именно там произошла авария. Эй, Дилюк, твоя сестра на этой базе? Я не знаю. Что, по-твоему, мы здесь делаем? Вы готовы? А на что ты рассчитывал? Я просто не знаю, типа. У меня есть теория, что пьяные люди ведут себя как пьяные люди не потому, что они пьяные, а потому что они знают, как должны себя вести пьяные люди и начинают себе больше позволять. Это коллективный обман. Я уже раскрывал эту вещь, но типа я начинаю делать тупые шутки пьяного человека только из-за того, что... Эй, ну сейчас можно, никто не осудит. И что мы тут забыли? Увидишь. Я представляю, как это конспирология. Ну у меня просто нет, блядь, других пониманий, как это работает. Вот сколько раз я пил, даже когда что-то крепкое пил, я всегда полностью отдавал себе отчет, тупости делал, потому что... Эй, они будут думать, что я пьяный! Как действовал первый пьяный человек? Возможно, он пил не спирт. Возможно, первый пьяный человек обдолбался какими-нибудь, блядь, непонятными цветами. Чертовски странное место, у меня плохое предчувствие. Мы незаконно вторглись на военную базу. Если нас поймают, нам... Похоже, плохо дело. У нас нет другого выбора. Что значит плохо? Позже поговорим. Я отопру дверь. Заходите в лифт и займите позиции. До меня дошло. Япония готовится к войне? Да ты чё? Чел, я войну только по телеку видел. Да, с точки зрения ССН, но Япония совсем другое дело. Тогда вам придется увидеть это все самим. Вот чем завладела ваша страна. Thank you.
Какого черта? Шлакоблоки! А, нет, это взрыв. Все еще считаешь, что ваша страна ни при чем? Что за... Как будто что-то вырезало огромную выемку в стене. А знаете, почему этот взрыв гигантский произошел? Какой-то японец, знаете, стоял на складе с ядерной бомбой, условной. Что же могло сотворить такое? И говорил, это хуета супернадежная. Смотри, пока ты не взведешь ее в боевое состояние, можешь ее хоть ногой пина... И все. И белый экран. Как, блять, торпеды в том конвое, который Рузвельта вез. Что же могло сотворить такое? Эмма, ты ведь знаешь, что это, не так ли? У нас нет времени на разговоры. Я даже помню, с какого корабля запустили, кстати, торпеду. С Велиди. Я засек нарушителей! У нас приказ стрелять на поражение, уничтожить! С тех пор, как японцы стали врагами, я теперь буду их озвучивать, как средневековых самураев. Я ничего не знаю. Они нашли нас, что теперь? Может, если мы извинимся, то они отпустят нас? Ну, не тупи, мы же свидетели. Эй, полегче. Это ты показала нам все это. Они отрезали нам путь к бегству. Думаю, нам придется с ними драться. Смотрите в оба, они приближаются. Куда мы поставим, короче, ванзер ближнего боя? Ну, максимально далеко от врагов. Да. That sounds smart. Пускай встанет сюда потом. Встать сюда. Мне не ход завершить надо. Я правильно понял, что если нажму завершить, я завершу весь ход? Я не хочу завершать весь ход. Я, получается, не могу подвигать ванзер, потом подвигать другой и только потом выстрелить из первого. Вот слушайте, я правильно понял, что чуваки, которые вошли в комнату со словами «У нас есть приказ стрелять на поражение», пришли в комнату без оружия. Тупо на роботах. Не, у этого есть. А вот у этого тоже. Два кастета. Понял, принял. Только этого просто надо. А, ну, тогда можно было нажимать. Блять. Я еще когда наводился такой, блин, я помню что-то такое, как будто бы ракеты это оружие из XCOM. Да не, наоборот, ракеты, по-моему, попадали всегда.
ракета сначала летит максимально абсурдным, блядь, маршрутом, чтобы потом не попасть. У ракеты, по-моему, еще и патроны не бесконечные. Да, у меня не конечные. А все, этот слишком близко. Кстати, ей я, по-моему, снайперку еще давал. Типа, кастет нафиг не нужен ей на ракетнице. Ну давай еще раз. Полетело, полетело, облетело, полетело. Бам! Прям в ноги, контужен. Вообще быть человеком с кастетами очень грустно, потому что ты не можешь контратаковать наискось. Нате, въебало. Нате, въебало в ответ. Это, я, кстати, не помню, контужен, значит, что я тоже могу робота украсть или нет? По-моему, чтобы украсть робота, надо, чтобы враг именно вылез из робота. Как-то это можно инициировать. Он готовность. Очень... А, нет, он начал первый, я понял. Это он был готовный, а не он. А, нет. А, враг атакует первым, нанося 50% урона. Неплохо. В принципе, неплохо. Контратака прокает вначале, но зато слабее. Вот я, кстати, помню, что я ни хрена не понимал, что способности делают в половине случаев. И тупо от балды их брал. Попадаем. С радует. Менялись любезностями опять. О нет, он упрыгал. А они вроде и так, как по факту, пассивные. Ну, с другой стороны, можно сказать, что не совсем. Но ты их сам вроде никогда не активируешь. Ты их типа ставишь, а они могут включиться, а могут и нет. Поэтому я считаю, что это все-таки пассивные навыки. Надо было из дробовика в него стрелять. А, он высоту взял. Точно, высота ждет буст точности. Тут не за что. Тут все правильно. Thank you.
Ух уж эта ракета, которая каждый раз совершает маневр уклонения. Да за шо? Нет, Делюк! Сука, ты огребаешь из дробовика, мразь. Да он, знаешь, типа, понимает, в какую сторону дует ветер. И надеется, что неприятности его обойдут. Да, надо было его из дробовика убивать. Кружить вокруг него и не выебываться на мужицкий файт на кастетах. Чем это в итоге, блядь, кончилось? Только болью и разочарованием. Тебе обязательно получится продолжать стрелять. О, ты попала. Опыт X2. Вот это я и так понимаю. Вот это действительно полезный навык. Да за что? Ай, бля. Ты издеваешься? Вот скажи мне. Ты издеваешься с этим одним хп такой, типа? А, не почувствовал. Попади. Это важно. Ну так себе, конечно, но спасибо, что хоть попадание. Ой, бля, там что-то ребята убивают. Не хочу я туда. Я вроде и так должен вытащить. Тут от счастья. Ладно. Основной корпус все-таки стоит починить. Не почувствовал. Контужен. Ну ладно, почувствовал. Но толку-то, если способность уже прокнула. А у нее даже оружия нет. Она просто кулаками теперь машет. Получается, да вот так иди. С этой секунды ты бесполезна. А тот парень так и стоит в том углу. Ведь его позвали патрулировать, а не воевать. Знают, они мне уже не нужны. Я вроде как и так сейчас их убью. Обидно, конечно, получится, если нет. Но я верю в себя. Свою веру в себя.
Отлично, человек и так был при смерти, но ты его расстрелял дважды. Вон по всем частям. Договорились. Да он просто раскрылся, что он садист. Скрыл карты, так сказать. Мучил раненого. Вот это ты, блядь, не кстати, да. Ай, блядь. Хотя тебе развести, сука, наискось, чтобы было. А нахрен с тобой? На одну клетку ты все равно не дамажишь. Жаль, нельзя выстрелить и потом съебать. Использовать, так сказать, великолепную тактику hit and run. О, нет, дедука сейчас побьют, бежим. Нифига он это пути к отступлению прерывает. Мой дробовик! Мразь! Ты мог меня убить, но ты нанес мне урон еще более болезненный. Ах ты! Я передумал. Смотри, я съебываю. Тут не было уровня сложности, я просто начал игру. Что случилось, Майк? Да что ты делаешь? Отстань от меня! Ай, блядь, моя рука! Сучёныш, я съебу! А он будет контратаковать? С этого сетапа? Вроде не должен, я выше стою. Ноль процентов, понял. Ну, встань так, чтобы ему дольше идти пришлось. Но он сейчас догонять пойдет. Ах ты хуебес. Ай, блядь, мои ноги. Главный герой неистово орет. Help me. Все понятно, Лёля, все понятно. Смерти моей желаешь. Ай, блядь.